Если женщина постоянно думает, я хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж, мне плохо, хочу замуж. Она думает о том, что от нее не зависит. Это значит, что она бесполезна и зря тратит свою жизнь. Женщина должна думать о том, чтобы что-то делать и забыть про свое положение. Любая девушка, которая заботится обо всех, и даже если она не замужем, ей хорошо жить. Поднимите руку вот сейчас, девушка, допустим, какая-нибудь, она не замужем. Но так как она начала заботиться обо всех, ей стало очень хорошо и спокойно, даже несмотря на то, что она не замужем. Поднимите руку, есть такая девушка? Вот те, кто подняли руки, если это правда, вы очень скоро будете замужем. Вопрос только может быть нескольких месяцев. Если вам уже стало хорошо, несмотря на то, что вы не замужем, это значит, что это хорошо будет привлекать кого-то. Ну, вы соответствуете тому, что вы подняли. Я вижу, что это правда. Это хорошо будет привлекать кого-то. Такая девушка становится наполненной. Но большинство девушек не замужем. Им нехорошо. Они тоскуют. А тоска что делает из девушки? Щечки становятся впалыми. Ой, ты дурочка моя, трубадурочка, чего же исхудала фигурочка? Я заботами тебя охвачу. Ничего я не хочу. Ясно? Не важно, сколько у вас детей там, бросили вы, не бросили, но раскайтесь. Если бросить, надо раскаяться полгода. И прощает Господь. А если жестоко бросили, значит придется еще мучиться. В целом, когда человек раскаивается, он уже, когда намучается в раскаянии, он больше никогда и нигде не хочет никого бросать. Он уже понимает, что это не лучший вариант жить вообще, в принципе.